Помните, я в этой розовой кофточке ходил на Баду. Так вот, вышло новое шоу, называется «Что у тебя в голове?», то есть у меня. И что у меня в голове, можно посмотреть вот по этой ссылке. Понятно? Отшивает меня, а мне за нее еще платить. Я самодостаточная. Ты меня попросил тебя угостить. Тогда... И очки мои, пожалуйста, верни уже. А я что, лох, что ли? Короче, у ребят сегодня выступление. Кто не здесь, завидуйте. Ребят, ну бывает такое, что вам не нравится погода и кажется, что все суровое и грубое. Мы повысим ваш уровень мимимишности. Вот. Это Коля и Толя. Они, по-моему, мальчик и девочка, но... А знаете, почему мы с Димкой не спим? Потому что мы сейчас будем смотреть новый выпуск нашего импровлога, да? Конечно. Говорят, он круто. Если вы еще не смотрели, смотрите вместе с нами. Давайте по свайпу прям вместе перейдем туда. Хоп! Так, ребят, а вы идете сегодня на концерт импровизации в Минске? А? Ответьте на этот вопрос. Сегодня же концерт в Могилеве. Я вот туда уже отправляюсь. А вы чего сидите? Давайте в 18:00. Я просто в казино, у меня поэтому руки трясутся. Питерский зритель очень сильно радует. У нас 14 декабря будет 2 концерта. Это уже становится небольшой традицией. Ребят, и в 19:00, и в 15:00. Very, very waiting for you. Ну что, мы снова с тобой встретились. Поработаем. Арсений, скажи моим подкисникам. Подкисникам? Ребята, если вы не будете пахать, как она, ничего у вас не получится. У меня же не получилось. Когда сказали, пойдете к Тодоренко, ну в жопу его так. Все настолько плохо? Это самое смешное. Ребята настаивают на том, что я туповат. Классический барыга, конечно. У него кроссовки есть, как у Филиппа Киркорова. Не надо, не смотрите. Не расстраивайся, Сереж. Да идите. Ты живешь в Таганроге, тогда эта информация для тебя. Шоу «Импровизация» в составе Шастун, Позов, Матвиенко и еще один чувак приедут к вам 25 ноября в ДС «Олимп». Информация для тех, кто живет в Ростове-на-Дону. Шоу «Импровизация» приедет к вам 24 ноября в ДГТУ. Там будет Димка Позов, Антоха Шастун, Серега Матвиенко и этот я. Друзья, я еду в Таганрог, и смотрите, я пристегнут, а то вы все время переживаете. Мне надо, чтобы вы ответили на вопрос, если Ростов папа, то Таганрог это кто? Ну и приходите к нам сегодня на концерт в 19:00, будет пушка. Вы можете мне не верить, но я нахожусь в Таганроге. Так, ребята, это город, который вы должны посетить, хотя бы из-за этого места. Ну что, готовы, дети? 7 декабря мы всей командой импровизации приедем в Липецк. Подробности здесь. Если не поняли куда, то сюда. Сенька, капитан! Красноярск, а у вас всегда такая погода? Или сегодня так жарко из-за того, что у вас шоу импровизации выступает? Приятненько, спасибо. Огромное спасибо Томичам за концерт, все было очень круто. 2 декабря мы будем в Новокузнецке. Новокузнецк, мы ни разу с вами не виделись, давайте увидимся. 2 декабря. А это мы с Антоном на берегу реки. Река Томь, а Антон Палч. Давай. Не бойся, мы тебя не тронем.
Эулейн. Cried in your weakness, or carry it like Jesus, or just wonder where the peace is. The heart's beautiful, the brain's with a beast. Ну, очевидно же, что мы в Новосибирске. Сегодня у нас концерт. А вот видите указ, чтобы все пришли к нам на концерт. Я будто малая потеряшка, по моим мурашкам бегают мурашки. В туфельках песок, за углом затяжка, все по-настоящему, мы играем в счастье. Я будто малая. Запрет на установку антенн, в том числе спутниковой связи и других технических устройств. Боб Хартли не покинет «Авангард» из-за поступившего предложения. Главный тренер отказался от переговоров с представителем клуба «Монреаль». А вот и интересная информация. Станислав, будьте добры. Двигай туда, да? Туда двигай. Ты испортил сторис. Ничего страшного. Кто знает, что означают эти красно-белые цвета на этом огроменном столбе? Они означают, что сегодня концерт 19:00 в Липецке. Давайте встречаться. Напоминаю, что сегодня в Воронеже концерт импровизации. Обязательно приходите. Но если вы меня спросите, видел ли я Пизанскую сосну... Конечно, самая. Ага, один разочек в Воронеже. Подписчики, здрасте. Скажите, пожалуйста, есть ли кто-нибудь из вас, кто живет в Калининграде? Если есть, откликнитесь. У нас есть вопросик вот с Арсением Сергеевичем. Вот. Да, мы хотим, короче, купить... Вон, смотрите. Собрались, товарищи, на концерт в Калининград. Вот это тоже с нами летит. Ну чё, Калининград, жди. Алло, 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 мам, я в Калининграде, всё в порядке. А чё говоришь? Да, да, чё говоришь? Наверняка вы легко узнаете, где мы со Стасом гуляем. Но самое главное, что мы не просто в Калининграде, а мы вас еще приглашаем на концерт. Обязательно. Приходите. В 19:00. Есть. Ребята, если вы живете в Калининграде и слушаете радио, то заходите на частоту 102.9. Заходите. Короче, там сейчас мы с Арсом будем что-то рассказывать. 102.9, Love Radio. Знаете, ребят, хочется сказать, я перестал волноваться. А моря нет. Калининград, спасибо огромное за концерт. Было очень душевно. Так, ну смотри, пока стабильно. У меня очень важная новость. Мы сейчас проведем прямой эфир. Он вот прямо сейчас идет вот по этому адресу. Вот с этим человеком и с этим человеком по поводу новогодних праздников. Как говорится, ваш товар, наш купец. Ребята, еще чуть-чуть. Архангельс, едем к вам на концерт. Давайте повидаемся. А если придете, мы вам еще двух красавчиков покажем. Иди, красавицу одну. Архангельск, жди. Он летит давать концерт. Ребят, Архангельск, Архангелогородск, едем к вам на концерт. Давайте встретимся там. Мы благодарим великолепный город Архангельск. Спасибо. Благодарим за концерт. Спасибо. За красоту. Спасибо. И за вот эту штуку, которая вот выполняет функцию неба. Спасибо. Питер, смотрите, панда Арсений готовится к концерту. Готов? Мяу. Панды так делают? Ты реально красавчик. Вот. Капитально крутится. Ходи с ними всегда. Так я с ними всегда и хожу. Спасибо. Питер, спасибо вам огромное за оба концерта, за каждую улыбочку, за каждый хлопочек, за каждый глазик, который на нас смотрел. Санкт-Петербург, very best. Very best. И настроение отличное, и без сторис не уснуть, сами понимаете. Плюс, ну, такое небо, ребята. Вы ведь на небо смотрите? Так, ребят, что-то доулыбался.
Но небо-то все равно огонь. Так, ребят, ну чувствуете новогоднее настроение? Я нет. Джингл белл, джингл белл, джингл ол слэй. Девчонки, все, кто был сегодня на концерте, спасибо вам огромное, спасибо всем зрителям. Ну а девчонкам отдельное спасибо за подарки. Вы и ваша поддержка просто окрыляете. Спасибо. Ребят, Москва, это было супер круто. Спасибо вам огромное. Оба концерта были потрясающие. Какой же ты все-таки здесь! А у нас и снег, и елочка. Только ты... Елочка прячется, а снег нет. Это тест на внимательность. Видите, вот эта вот штука вот так вот колышется. И там что-то написано. А что? Ну вот смотрите, смотрите, там же написано Гагарин. Я надеюсь, вы обратили внимание на мой последний пост. Там простой вопрос, но мне очень нравятся ответы, которые вы пишете. Если вы еще не смотрели, зайдите, обязательно напишите что-то про себя и пообщайтесь. Там очень много интересных людей, как оказалось. Давай побольше лайков. Ребята, ребята, привет. Мы на Бали. Или на Бали. Как правильно? Мы сейчас спросим у обезьян, как правильно. Ребята, вышел новый влог импровизации. Новогодний выпуск «За кулисье». Переходите по ссылке. Свайп. Очень много интересного. Оправдите логику и пятницу с Региной. Короче, смотрите. Ребята, ребята, перед Новым годом меня похитили невероятные штуки. Я рекомендую всем оказаться в Гиперпорт прямо сейчас или после Нового года. Это лучшее, что со мной происходило, и мне кажется, будет происходить. У меня ничего так на губе нет? Чуть-чуть поправь. Да. Ага. Хорошо. В 2020 год, кстати, вас всех с ним поздравляю, берите только самых лучших людей, даже если это просто соседи.